Всем привет! Сегодня 4 октября, вечер, время без 26. Вышел на охоту. Пока прошел сейчас по проходу. И уже вот там вода, вижу первых уток. Новое место обмелело по берегу. Воды мало. Сейчас попробую выйти, чучело поставлю. Похочется сейчас вечером и завтра утром. Посмотрим, что будет. Не знаю, ветер сильный, ветер юго-восточный. Сейчас дует. Вот они, первые утки, кормятся. Утки много, в принципе. Красиво. Обмелевшие, вот видно, да, берег. Уже за рогозом плохо видно. Потихоньку выбираюсь, утки много летает. Ну вот, вода как бы далековато высохла, все, туда пойду дальше. Ох, сколько поднялось сейчас, вот вышел поближе, вон сколько утки поднялось. Вот уже стреляют, слышу. Такая грязь нереальная. Я бы хотел, конечно, вон там дальше встать, но уже солнце садится, времени нет особо. Еще завтра перейду. Здесь уже вот накидал стайку. Все в грязи. Вот так поближе кидаю, как утка здесь и сидит обычно. Вот кормится здесь. Вот это местечко оставлю для посадки. Ветер оттуда. Чтобы она вот сюда куда-нибудь садилась. Вот так вот. Вот немножко поставил. Чуть-чуть. Чучал. Посмотрим. Здесь вот шапка ближе к воде. А в основном все уже высохло. И только вот на той стороне хорошие места, но сейчас попробовал пройти. Там сильно засасывается такая грязь. Не, здесь еще вот более-менее. Вот так. Еще. Здесь сюда водку надо. Вот такой небольшой скрадок сделал. Буквально еле-еле, потому что уже темнеет. Утка так летала. Много здесь сидела. Ну как, нормально так. Стою вот так вот практически. Только в грязи, то есть ни в воде, ничего, почти на сухом. Чучела, вот здесь водичка чуть подходит, я уже говорил. И здесь еще утка сидела, но в основном она сидела вот в том краю, туда вот. Утро, 5 октября. Выхожу опять на охоту. Посмотрим, что будет с утра. Вечером ничего не было. Ни разу не стрельнул даже. Есть первый. Утро уже началось. Три штуки село прямо на чучела. Он крякает, идет. Есть второй тоже в лед. Сел прям сюда. Блин, наверное, еще не видать нифига на камере, но мне хорошо видать, вон там рассвет. Опять сел, садятся метров 10.
Вон еще летят. Короче, утрянка здесь нормальная. Два выстрела в лед и уже две дичи. Отлично. Сел напротив. Вот это у него скорость. Ё-моё. Червячок. Есть, готов. Долго я его манил, плыл, он плыл сюда. Цапель сколько разлеталось. Вон два идут. Есть. Два села. Двух взял. Вот это сегодня, хотел сказать, открытие. Вот это сегодня утрянка. Отличная. Он еще один прошел. Блин. Растерялся, такая стая села. Одного взял. Там опять правее черок сел, но я не стреляю. Тут стаи ходят, тут хорошие. Вон он сидит справа. Черок. Интересно, вон там в углу тоже он сидит. Черки сели, что ли? Кружат, кружат. Оп! Не поднялся. Есть. Хорошо, прям по ветру шел. Еще один идет. Еще один идет. Оп. Прошел мимо. Ну какая стая идет, черков. Сила два. Блин, дичи полно с утра. Два только что села, шли. Солнце начинает вставать.
А там вот слева сейчас стая большая кружила. Ну тут да, за камышом, в общем, я манил, не подходит. Здесь черков вот сидит много, десяток, наверное, сидит точно. Метров 70, самый ближний. Туда за камыш куда-то садятся. Надо будет там разведать место. А тут вон. А, ну там кулики вот в основном. Вот черок сидит. Кулики в основном. Вот пятерка заходит. Я не знаю, вот когда такая стая побольше, вот теряешься уже с непривычки. Вот это утро сегодня удачное. Вообще ни минуты не было, чтобы ничего не летало. Сейчас вот стало потише уже, солнце поднялось. Ну так вот, дичь сидит на той стороне вот. Да, вот в том углу, где я хотел вообще вечером вчера встать. Ну, такая грязь такая, что фиг пройдешь. Либо лодку надо, либо пробовать с той стороны проход пробивать, чтобы поближе идти. Орлан белохвост прилетел. Черки поднялись, которые сидели все. Может, подойдут сюда сейчас. Орла не боятся. Сразу поднимаются, когда орел заходит. Вот стая идет. И тут вот возле меня тоже стайка куликов ходит, кормится. Прям рядышком. Вот это, по-моему, не черок сел, нифига. Что-то покрупнее, серое, что ли. Такое. Решил выйти, пока ничего не летает так особо. Дичь соберу, чтобы она здесь стая поднялась. Но она сразу же не подойдет, я думаю. И чтобы ветер раздувает, чтобы ветром так не сдуло сильно. Вот тот угол самый такой удачный. Там она и кружит, и пролетом идет. Она вот так оттуда сюда вот что успевает садиться. Все черки в основном вот сдувает прям дичь. Ручки. Ну вот результат. Уже хорошо. Фу. Есть. Я хотел аккумуляторы заряжать. Увидел, утки летят. Черки. Один вот сел далековато. Стрелял и вот в лед сел. Как только выйдешь, сразу начинает летать. Все кружит одна кряква. Кряква вроде, либо серая тоже. Ну, больше на кряку похоже. Кружила, а стаи еще проходили кряков. Блин. Села напротив. Чистится. Только поставил на зарядку аккумуляторы. Вон кряку туда села. Сейчас черка взял.
сюда стая хорошая проходила. И один раз сел прям. А ружье вот так стояло у меня вот. Пока взял, он поднялся и в лед вот здесь взял, упал. Так что там еще два черка лежит. Вот так вот. Такое утро. Офигеть. Вчера вечером вообще тишина. Только краем проходила. А сегодня вот вообще удачно. Уже солнце стало давно. А все мотается, мотается утка. Черков так и манит в тот угол. Опять туда сели. Несколько. Вон они сидят. Один, второй. В общем, надо где-то вот в том углу вставать, проход делать туда. Чтобы поближе было, чтобы по грязи не идти. Там она вся ходит, утка, и садится. Вышел я из воды, чучела собрал, запыхался. Ветерок сейчас дует, вот солнце. Эти дни вообще тепло, сейчас где-то 25 градусов тепла. До этого прохладнее было. Вот такой результат утра. Черки 9 штук. Вот эти вот самки 6 штук, а вот эти уже самцы, селезни. Вот видно, характерное вот такое перо у него волной идет. А у этих уже вот даже голова линяет. Три селезня. Место интересное. Вчера вечером сюда, когда выходил, утка сидела, ну, в основном черок также. Улетела, где-то, видать, села и обратно уже не приходила. Под вечер вообще тишина, ни разу не стрельнул. А вот с утра прям настрелялся. Правда, иногда терялся, когда стаи заходили, такие хорошие бывало. Вообще, с одной стаи там то одну утку брал, то вообще ничего. Пока теряешься, пока еще не привык. Ну, плюс еще две камеры, пока включаешь туда-сюда, этот момент теряешь. Утки много летало, утка была тоже крупная, но она шла пролетом. Заметил места, куда она садится. Там, возможно, частины, надо будет пробивать проходы, смотреть. Ну и ветра сильные, поэтому она на день старается уходить, где потише, в камыши. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Пока. Я пошел домой. Воды в этом году мало было, и сюда она зашла. Чуть-чуть совсем. И вот к осени уже много мест пересохло. И вот такие места остались тоже. Где вода еле-еле держится. Но зато утка летает. Утки много, в принципе.